Матвеевна. Да? Ну что? Ну, давай. Выпьем за эту землю. Ну да, да, да. Знаю. Да, да, знаю. Вем? Вем, вем. Вот вы знаете, вы дураки. Потому что наш, у нас Берия. А Берия, это голова. Тонет химия. Послухай, атом. Мы всех, шестих, жиды, поляки, литвины, в ладонку, Сибирь. Ну да. Великий мороз и люди маленько. Сибирь, Берия. Химер то мышка. Он ведь царовью. Немцы и только немцы. И хаша. И химер. Ну да, Хим. Гарс, Венгер, Панчева, а или Куополоку, а так, видите, у нас вперед работаю, работаю, а потом помер. Ну и что? И Путин. Мы вины, то у вас не. Ну так, слушай, как сказано. А где еще так? Немцы не надо вообще делать за таким. И поляки. Раз разобрали, второй раз разобрали, шачий раз разбирали. Но сейчас, ну, покажи сейчас, покажи. Здесь Польша. Ну, это ходить. Як заводили Европы, решта будет наша. А с японцами, ну на что? Кривый ока, маленькой, что это за человек? Это жить большой человек. Я тебе говорю. Ну да. Рубо пьем.
так сказал. Может, и не выпил, але немец не завше пьет. Германская армия. Это печенька. Советский Союз. Красная армия. Это большой, огромный, людский контингент людей. Много. Танки, самолеты, корабли. Ну что ты думаешь? Ты смотри. Как я сказал, ваша германская армия их идет, только не дальше, как я сказал. Ударов только так. Пожьем, увидим. Наши обозы, то техника, то еще чары. То głowa niemiecka, to naród niemiecki. My potrafimy wydobyć wszystko, co chcemy. My Niemcy. Tak to wam mówię. Niemcy są wszędzie i będą. Czy się to komuś podoba, czy nie? Powiesz im. I z tymi. Belgien. Yeah.